В США продолжаются переговоры по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией на уровне глав МИД. Как сообщает внешнеполитическое ведомство страны, министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Глава азербайджанского МИД встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца за закрытыми дверями. А также с Араратом Мирзояном в двустороннем формате. Эта встреча продолжалась более 4 часов. 28 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по основным направлениям процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также вопросам региональной безопасности. Во встрече также принял участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства. В ходе встречи Джейхун Байрамов рассказал о ситуации на Южном Кавказе и заявил, что невыполнение Армении взятых на себя обязательств, отказ от полного вывода войск с территории Азербайджана и продолжение военно-политических провокаций подрывает усилия по мирному урегулированию в регионе. Кроме того, глава азербайджанского МИД подчеркнул, что несмотря на сложности и вызовы, Азербайджан намерен продвигать повестку нормализации мира. Джейхун Байрамов заявил, реинтеграция армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является внутренним вопросом страны. Вмешательство армянской стороны в который неприемлемо. И добавил, что совершенная Арменией провокация против ППП «Лачин Азербайджана» является показателем неспособности Армении переварить реинтеграционные усилия, в том числе прозрачное и свободное передвижение армянских жителей через указанные ППП. Кроме того, ранее на своей официальной странице в Твиттер Джейхун Байрамов написал: «Поведение, подрывные действия Армении, препятствующие мирным усилиям, неприемлемы». В свою очередь Джейк Салливан отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать деятельность, направленную на подписание мирного договора между Баку и Ереваном. А Госдепартамент в лице первого заместителя пресс-секретаря отметил, что встречи американских официальных лиц с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении носят конструктивный характер. «И мы продолжаем развивать эти обсуждения, поскольку мирные переговоры продолжаются», — сказал Ведант Патель. Переговоры продолжатся и 29 июня.